Это была самая худшая ситуация при разлете из всех возможных, на самом деле. Потому что поверху там фактически тоже, ну, никак не пропрыгивалось. А, сейчас Дудос твое сообщение прочитаю. Я что-то не обратил внимания, на самом деле, на него. Точнее, обратил, но только сейчас. Опасно было, потому что я мог на третье яблоко сейчас приземлиться, на самом деле. Ну, на третье кольцо, по сути. Хороший авойденс, ну... Как бы, да. Блин. Ай, надо собраться вот, ну... На сердца. Вот реально... На эту атаку прям надо очень сильно собираться. Да что? Ну, по-моему, это рип. Ни хрена себе. Вот, опять. Короче, надо в центре реально проходить все время. Тогда будет бесплатный разлет. Вот сколько раз я уже проходил, всегда... Всегда такая хрень происходит. Вот, серьезно. Вот это первая хорошая попытка сегодня. Блин, Расти, я из-за тебя чуть не сдох сейчас. Отвлекся на твое сообщение тупо и потом увидел, что чуть в пулю не влетело. Поехали. Есть! Да! Я же сказал, что будет до финала сферы. Попытка. Есть. А потому что вчера посмотрел еще раз видео ее и понял, в чем я косячил. Ну вот и все. Rip Sun Spike. Ой, я сейчас даже не знаю, что запустить. Наверное, все-таки попробую, короче, один сейв взять в Нойзисе. А потом попробую это... босса в бабочке загриндить. Ну, как загриндить, не знаю, как вообще пойдет. Да, это было, блин, неплохо. Ну... Последняя часть такая нервная получилась. Там несколько раз было довольно тонко. А, что там по времени? По времени. По времени 16:09. Ну, короче, плюс-минус 16,5 часов на босса ушло у меня. Потому что я ранее тоже гриндил. Фу.